Случилось же, когда они шли, он вошел в одно селение, и одна женщина по имени Марфа приняла его в свой дом. И была у нее сестра, которую звали Мария, которая сидела у ног Иисуса, слушая его слово. А Марфа заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, тебя не заботит, что моя сестра оставила прислуживать меня одну? Тогда скажи ей, чтобы она помогла мне». Но Иисус ответил ей: «Марфа, Марфа, ты заботишься и беспокоишься о многом, одно только нужно, и Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее».